Следующий вопрос. Галифин хамири зака. Выплачивается ли закат сослуг? То есть, если человек держит сослуг, обязан ли он выплачивать закат? Каля Шаукани, сказал имам Шаукани, «Вала арифу каилян мин ахли аль-ильм, якулю би уджуби закати аль-хумр, ли гайри тиджара уа истигляль». Я не знаю никого из обладателей знания, которые бы сказали, что обязательно выплачивать закат сослуг, кроме тех, которые используются в торговле и каких-то других целях. То есть, имеется в виду, если человек торгует ослами, тогда он выплачивает закат не как сослуг, а как торговле. Это другой вопрос. А так просто то, что человек держит ослов у себя дома, то нету разногласий, то, что он не должен выплачивать их закат. Понятно или нет?